В зале Брянской государственной сельскохозяйственной академии помимо студентов, ветеранов педагогического труда собрался свет сельскохозяйственной науки. Почетные гости, академики, ректоры, представители высших учебных заведений – все они приехали, чтобы поздравить с юбилеем один из лучших вузов Брянщины. Сегодня на улице Брянской государственной академии большой праздник. С ним я всех вас от души поздравляю. Вам 30, будет и 40, и полвека, и больше. Я хочу, чтобы слава вашей академии распространялась как можно шире, чтобы далеко за пределами нашей Брянщины как можно больше людей знали, что есть под древним городом Брянском такое замечательное местечко Кокино, где растят больших специалистов, прекрасных созидателей и преобразователей земли русской. За 30 лет существования Академия успешно организовала вокруг себя комплекс научных достижений в сельском хозяйстве. Огромная заслуга руководства Академии, что в сложные годы они сумели удержаться на плаву, пройти все необходимые аттестации и оставить за учебным заведением почетное место среди вузов не только Брянска, но и всей России. Вы, уважаемые, даете возможность, кроме своих знаний, получить еще любовь. Любовь к своей стране. Любовь к своей земле, нашей Брянской земле, нашей Родине. Это вы, уважаемые ветераны, уважаемые преподаватели, те, кто окончил наше учебное заведение, сложное, 90-е годы, несмотря на все проблемы, сохранили остатки сельского хозяйства. И уже сейчас выпускники именно нашего учебного заведения, которое находится в руководстве области, которое находится на местах наших предприятий, приносят новые технологии, строят современное сельское хозяйство. Помимо высоких научных достижений, Академия богата творческой жизнью. Студенты Академии – лауреаты многих фестивалей и конкурсов. С завидным постоянством они побеждают в спортивных мероприятиях. Среди будущих выпускников есть и чемпионы Европы. Уверен, что юбилейные мероприятия, посвященные 30-летию Академии, усилят у преподавателей, сотрудников, студентов, выпускников чувство гордости и ответственности за свою работу. И сделан выбор – отдать знания, умения и свой жизненный опыт на благо Брянщины, на благо России. В этот замечательный день желаю всему коллективу, всем присутствующим, а в вашем лице всем труженикам агропромышленного комплекса, жителям села крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов. С юбилеем, дорогие друзья! В адрес коллектива Академии пришло поздравление от министра сельского хозяйства России Елены Скрынник. Преподаватели вуза наградили почетными грамотами, благодарственными письмами губернатора и Брянской областной думы. 30 лет – дата небольшая, по меркам истории даже крохотная. И тем не менее, даже за эти 30 лет видно, что Академия успешно закрепилась в рейтинге ведущих сельскохозяйственных вузов. Коллективу и Академии я хотел бы пожелать, чтобы к нам приходила из школы хорошая молодежь. Это первое условие. Вот. Ну а далее, конечно же, чтобы мы росли, осваивали технологии новые, чтобы у нас было оборудование, чтобы было на чем учить. Вот. Чтобы у нас росли молодые кадры преподавателей. У нас опытный коллектив, работают профессора, доценты, но это надо постоянно обновлять, поддерживать. Поэтому они должны наукой заниматься. Поэтому я пожелал бы заниматься успешно наукой. Игорь Мерчук, Игорь Сусло, события, Выгнический район.